И никуда больше не поедем. К маме приехал. Да. Накормили. Напоили. О. Какую рыбку? А Сёмка там выпрашивает, смотри, смотри, выпрашивает. Жури. Не могу дать. И на телевизоре свежее видео, ребята. Подписываемся, ставим лайки, пишем комментарии. Еду, еду я на дискотеку. Сегодня в Елгаве, в Тонусе, а Европа. Ева позвонила, она на день рождения поехала. Девчонки собрались на Европу. Говорит, не хочешь с нами? Я говорю, конечно, хочу. Вот сейчас еду встречаться с девчонками и пойдем на Европу. Через черный вход? Через черный вход. Девчонки думают, что я буду фотографировать их. Но я их поснимаю немножко. Стаю усы и не нормально.
Дискотека закончилась. Поехали домой, пенсионеры, в 2:50 ночи. Линзы, посмотрите. Ой, балдеет, Витёк. Ты дубль номер два. О, первая редиска, смотрите. Пойдемте посмотрим. Для каждого блогера надо свой кадр, да? Типа, о, смотрите, какая... А, кстати, реально, да? Два яичка. Да. Ой, смотрите, смотрите, как играет. Классненько. Пойдем в парник посмотрим, как она растет. А тут открыто все. О, здесь хоть погреемся. Лучок. Да. Редисочка, да. Красота. Вот такой вот у них мощнейший. Это зона отдыха. Вот фонарики какие. А дуванчики у них здесь, смотрите, какие красивые. Вот тут у них есть. Зона отдыха. Всем привет! Это невкусно. Это невкусно? Что невкусно? А, это просто... Шли-шли. Сейчас покажу, какая сосна, которая возле дома. Да. Рядышком прям с домом. Да. И подошли, осмотрим. Ближе. Осмотрим, а там, блин, гнездышко. Наверное, прошлогоднее еще. Ну, это пролетят, подожди, птички. Еще здесь. Ну, будем смотреть. Не, ну, туда пасутся всякие птички. А что, очень удобно, ведь собаки не достанут. Да. Крючки. Получается, берез три, да? Им удобно, смотри, как птицы, да? С вишенками. А это творожный какой-то, да? Это творожный, да. А, так вот, это, вот наверное, стобурадзовский. Вот такой стобурадзовский. Вот, это не реклама. А, этот вот типа как каприз раньше был, да? Типа под капризик, вот такой. А вот. Это мама пекла. Вот тоже, это творожная запеканка или какая там? Это творожник. Наташа, это А это Наполеон Элвиковский. Да. 22 апреля 24 года. Снег повалил. Такие большие, такие густые хлопья. Не знаю, камера передает, не передает. Как раз мимо Олайна тут заезжал. Налево там Олайн Фарм поворот. Олайн там биолары и всякие разные, индустриальные. А направо выезд на шоссе. Офигеть, какой снег, блин, офигею. Просто снегопад, просто, блин, хлопья. И дождь какой-то, и снег. Сейчас в сторону Саласкилса еду. Еду в сторону Айскроукла, туда. Не доезжая Даугавпилс, там где-то буду. Но до самого Даугавпилса не буду доезжать. Так что сегодня у меня далекая дорога на восток. Разминочка, так сказать. Как красиво, блин. Всякие елочки, кустики, все такие в снегу опять. И снова зима, ура!
Так классно, когда ты сидишь в машине, у тебя тепло, плюс 22 градуса. Но на улице выходить неохота. Вот мы и в Екапилсе. Проезжаем речку Даугава. Лелварда. Я даже, мне кажется, не был никогда в Лелварде. По-моему, как-то все вокруг да около проезжал. В Даугавпилс я по другой дороге обычно ехал. А в Лелварде я не помню, чтобы заезжал. Какой-то частный район. Сейчас быстренько заеду, тут Wi-Fi зарегулирую. Настрою. Сары Галашу. Ну да. Мешаются эти языки, блин. Помню, когда в Англии жил, лезли английские всякие слова в голову. Сейчас по-латышски. Ну, у меня процентов 90, наверное, только латышские клиенты. А, подожди, что мне надо было направо, не, мне надо было прямо. Да. Так свой родной русский и забываю потихоньку. Вот вернулся я вот с далеких краев, с Екапилса. Возлниках тут, да, снежок. Ну, видно, что он подтаял конкретно. Сейчас посмотрим, что в Елгаве и что там у нас в деревне со снегом. Но там вообще снега нету. В Екапилсе. И не было. А тут вон заваливает. Я только что смотрел у папы видео в Елгаве. Там снега сантиметра 3, наверное, точно 4 было. А, какой красавчик. Заскочил по-быстрому. Подстрыгся. Сколько снегу навалило. Люди вон стесняются, на видео не хотят показывать. Блин, целую крышу, смотри, намело. А в Екапилсе нифига вообще снега нету. Спряталась, побежала. Так, посмотрим, как там наши лошади. Блин, нифига себе, точно реально, блин, столько снега. Лошадки, Витёк тут, ой, грязище. А Витёк все равно пошел покушать. А, все спрятались, по будкам пошли, да? Витёк, а что ты тут стоишь? Ладно, пойдем мы тоже домой. Да, нормально, тут так занесло наши края. Реально, еще в Елгаве уже там нету снега. А в Либрезе у нас все, тут замело. Классно. Энзимы готовы. Ананасовый с вишневым. 4 дня. Нет, 5 дней где-то постояло или 6. 5 атмосфер почти. Сейчас буду сливать, буду экспериментировать. Не экспериментировать, а дегустировать.